3 июля в Ленинском парке состоялся 3-й городской фестиваль близнецов. Малыши и ребята постарше с интересом наблюдали за такими же, как они, от совсем маленьких до ребят постарше. Открыли фестиваль представлением семей и парадом близнецов. Ты всегда со мною, я поделюсь с тобой одною, и еще шепну тебе на ушко, ты моя ближайшая подружка. Все в этот день для них. Самая вкусная сладкая вата, выступления танцевальных коллективов и конкурсы. И берем ромашку, скорее ромашку берем. Кому? Одну. Взяли ромашку. Развлекали ребят клоуны с фокусами и настоящая дрессированная собака. А где же ваши аплодисменты нашим артистам? Близнецы в этот день не просто зрители. Для всех собравшихся ребята с родителями подготовили творческие номера. Не могу никак понять, как же их двоих обнять, как же нам их двоих кормить, как играть и попу мыть, как же нам их как качать, как гулять и как качать, как же нам их различать. У Екатерины и Антона Игнатенковых трое детей – старший сын Владислав и двойняшки Виктория и Валерия. Узнав о двойне, они сначала не поверили. Это был шок. Это просто был шок. А потом? А потом подумали, ну ничего, справимся. У меня бабушка сама близняшка, и у прабабушки было несколько пар. Бывает и тяжело. Бывает тяжело до слез. Бывает радостно, что старший может приглядеть за младшими. Помочь где-то. Бывают драки, все разодрались все втроем. Неизвестно, как распределить и уделить каждому внимание, и каждого пожалеть, и приласкать, так скажем. Родиться близнецом – огромное счастье, ведь ты приходишь в этот мир не один. Всю жизнь рядом будет самый близкий, самый надежный и верный друг, который поймет с полуслова.